Работники нефтегазовой промышленности отмечают профессиональный праздник. Эта отрасль казахстанской экономики продолжает оставаться на лидирующих позициях. Сегодня «Казмунайгаз» обеспечивает порядка трети всей нефтедобычи, 100% транспортировки газа и 80% нефтепереработки в стране. С профессиональным праздником руководство компании поздравило своих лучших работников. Успех «Казмунайгаза» – это ежедневная кропотливая работа 80 тысяч высококлассных специалистов. И поэтому компания уделяет огромное внимание развитию человеческого капитала, реализуя комплекс мер социальной поддержки работников, охране безопасности труда, профессиональному образованию и здоровому образу жизни. Профсоюзы должны заниматься не только защитой, способствуют устойчивому развитию производства. И, естественно, повышается роль профсоюзов в создании эффективной системы защиты прав и интересов работников. В целях создания справедливых условий труда «Казмунайгаз» внедряет стандарты в области социально-трудовых отношений. Единая система оплаты труда устраняет диспропорцию в заработной плате работников. Для поддержки специалистов и членов их семей есть гарантированный социальный пакет. Такая планомерная работа, которая направлена, конечно же, на укрепление социально-психологического климата в компании, на обеспечение высокого уровня лояльности работников компании. «Казмунайгаз» – социально ответственная компания. Значительные средства идут на развитие социальной инфраструктуры регионов. Оказывается, спонсорская и благотворительная помощь незащищенным слоям населения, одаренным детям. Работники нефтегазовой отрасли гордятся своей профессией, ведь от их работы напрямую зависит процветание Казахстана.